Привет, клуб, здрасте! В клубе ТВ Москва пришли поздравить одного из прикольных промоутеров города Москва и креативного директора Follow Me Cafe. Собственно, где мы сейчас и находимся. Take a trip, live your life, shake around, jump and jive. Эй, парень, подожди, ковбой. Ты знаешь вообще, какой сегодня день? По последним сводкам новостей, сегодня день Шубы-Дубы. День Шубы-Дубы чему приурочен? Дню рождения Алексея Шубина. Ребята, парни, давайте, счастливо. Как узнали по последним сводкам новостей, именно его день рождения, точнее дата, будет вноситься в законопроект, чтобы этот день стал международным праздником Шубы-Дубы. Алкоголь горючая, да? А музыка крылья. В общем, сегодня мы полетаем. Сегодня праздник Шубы-Дубы. Сегодня день прекрасного человека Алексея Шубина, нашего генерального промоутера, который приводит сюда офигенную публику. Но у Леши день рождения, как его день рождения может быть плохое настроение вообще у этого космичного, просто жизнерадостного, позитивного человека? Леша — это уникальный человек. Это человек, который несет сюда позитив. Человек всегда умеет поднять настроение. Скажу честно, таких креативных, консервативных и бесподобных уникальных людей очень мало. Я рад, что это мой друг. Алексей, скажи, как тебе играется в твой день рождения? Мне играется отлично. Главное, чтобы этот настрой не менялся. Здесь прекрасная публика, которая помогает мне в этом. Дорогой Алексей! Настоящих друзей, здоровья, счастья! Я ему желаю, чтобы, Леша, ты развивайся, не бросай свое дело. Тебе снова 18, это значит, у тебя все впереди. Творческих успехов, здоровья родным, близким. Леша, тебе здоровья, счастья, успехов, побольше столов, красивых женщин, красивых мужчин, всего самого хорошего. Будь с нами в режиме Follow Me. Всего-всего-всего, чего ты вообще желаешь сам? Леха! Делай то, что ты делаешь, и у тебя все всегда будет классно. Чтобы он преуспел во всех своих начинаниях и продолжениях. Чтобы любая его мечта имела свое место, свое осуществление. Ну и чтобы он реализовал себя и всех вокруг, чтобы он также зажигал всех, как он зажигает и делает это сегодня. Хочу пожелать, чтобы ты всегда оставался таким молодым и красивым. Пусть тебе удача всегда будет с тобой рядом. С днем рождения, Леш. Ты хороший человек. Успехов тебе во всех твоих начинаниях. Счастья! И здоровья! Здоровья! Ну, счастья и здоровья тебе. Два раза, не повторяю. Это то, чтобы жизнь его была наполнена яркими красками. Расти, будь большой, не будь лапшой. Всего тебе самого лучшего, у тебя все есть. Быть навеселе, таким, каким он есть на самом деле. Чего ты вообще желаешь сам? Я тебя очень люблю и очень по тебе всегда скучаю, правда. Что бы ты пожелал всем тем гостям, которые пришли сегодня к тебе для того, чтобы поздравить? Дорогие мои друзья, я хочу, чтобы вы знали, что я вас очень люблю. Всем огромное спасибо, что приехали, что поддержали. Я обещаю радоваться своими мероприятиями в новых проектах, постоянно радовать вас и восхищать. Спасибо! Ждите нас в следующем году. Алексей Шубин преподнесет много подарков. Ну, а в клубе ТВ это каждый день и каждую ночь. Ребят, любите друг друга во всех позах и дозах. Поздравляйте, дарите друг другу только счастье и улыбки. Быть добру и миру.